Вот там вот находится театр оперы и балета. Жалко, мы мимо него там как-то не так проехали. Боком. Мы еще сходим на Подфилова. Там работает одна из наших подписчиц. Прекрасная Флора. Вот это мы едем по улице Назарбаева. Можно сказать, ну, как бы это центр города, да? Да. Я не знаю, сейчас, может, уже сместился центр города в какую-то другую часть. Но это одна из центральных улиц. А прикалывают вот эти вот развозчики в шлепках. А, в шлепках? Вот вижу половину на этих мопедах и в шлепках. В сланцах практически. Здесь довольно старенькие такие дома. Очень симпатично, очень уютно. Везде вот много-много кафешек. Вот ресторан Оливьер, как он называется, да? Оливьер. Мы здесь тоже как-то один раз были, два раза были. Да? Ты что, не помнишь? Без тебя, конечно, без тебя. С тобой, конечно. Вот так. Там дальше было. На втором этаже мы там были. Были-были. Jumping God. Это скачущая, как называется, коза. А там, кстати говоря, еще есть Whoopi Cakes, помнишь? Да. Там тоже вкусно. Но там все время мест нету, там все время занято. Вот она вот там находится, по улице Абая. Вот теперь мы узнаем Алмату, да, Юра? Сейчас без 10. Да, во-первых, а во-вторых, без 5:05 и уже пробки на Аль-Фараби. Вот здесь, вот на этой улице, можно простоять в пробке час-полтора. В легкую. Вот это мы уже забыли, да? Как стоять в пробках. Лешечка открывает киндер. Давай. Мне интересно, какая там игрушка. Ну, ты сразу ешь, что ли? Ну да. Ну да. Пореже, пореже мяч. Ну давай. Ой, что это? Машинка? Надо собирать. Стикеры, блин. Стикеры, блин. Ну что? Тебе не нравятся стикеры? Ну, клеить не очень любит. Не знаю, что эти. Что это? Это как эта машина, но... Джип? Джип, я не знаю. Давай посмотрим. Джип или не джип? Покажи, что это. Что это джип, за машина? Джип. Джип? А, понятно. Такой джип? Ладно. А, и, по-моему, можно переставить, нет? Собирайте. А, вот так, если переставить, будет такой... Не джип. Снегоход. Ну что, Юрий Алексеевич, как профитроли? Они перепутали, это шоколад тоже. Как это? Написано с крем-брюле. Серьезно? А внутри шоколад. Блин. Плохая ну, что, вещь? Нет, шоколадные просто они. Плохая вещь? Нет, это неплохая, просто мы хотели разные, чтобы были. А оказалось, что они одинаковые, да? Ну ладно, что поделаешь. А крем-брюле дешевле должны были быть. А, нет. Да нет, одинаково. А, да, 3800. А эти 3900. О, да. Боже. Ну, в общем, придется есть шоколадные. Очень, очень да, вкусные одинаково. И нежные. Мы тебе можем дать попробовать. Мы с Юрием Алексеевичем вышли на вечерний моцион, прогуляться вдоль речки. Смотри, опять тут розовые здания. Да, ветер такой. Зато смотри, какой вид красивый. Правда? Да, горы шикарно видно. Слушай, сегодня, по-моему, вода сильнее бежит, чем вчера. Переговариваются. Видишь, дети? Здесь, чтобы выйти за эти ворота сюда, к речке, надо тоже ключиком воспользоваться. Так просто не пройдешь. Пойдем, пойдем. Не, ну красиво, когда?
Вот в таком шикарном районе мы пока что живем. Да. Вот видите, какой он высокий, этот дом. Это другая часть здания, ну, в смысле, другая секция. Да, слушай, воды-то как много. Прям она чистая, слушай, никогда я такой чистой воды не видел. Да? Да. Она всегда была... Ну, потому что, наверное, пустой. Стали чистить вот эти вот запруды. Выносить оттуда, вывозить этот мусор. Хотя вот видишь, мусора все равно есть. Мы раньше купались в этих каскадах. Да. Вот как раз спускались по вот этим вот ступенечкам и купались. И бегали туда-сюда через эти... Но мы так делали на Весновке, не на Алматинке. Вот там такая же абсолютно речка. Тоже выходит на Аль-Фараби улицу. Ой, собака что ли прыгнула? А, точно, слушай, купается. Давай, 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 против течения. Молодец, молодец, давай, давай, красотка, давай. А, что он ей кинул? Палку вон ту, что ли? Да. Давай, давай, молодец, молодец. Умничка. Смотри, проплыла. О, палку увидела. Слушай, да, палку. Молодец какая. Класс. Юра решил тоже нырнуть. А вот сюда встань, вот сюда встань. Холодная? Да. Прохладная? Да, ну не сказать, что... Но не ледяная, да? Да. Примерно мы купались холоднее. Мы купались, да, было холоднее. В этом камере. Да, вид шикарный, конечно. Еще смотри, такие сиреневые облака, и сама гора тоже такая бордово-сиреневая. Красиво очень. Очень красиво. Конечно, вот это все портит, но будем считать, что это творчество народное. Да? Юра меня куда-то завел. Я в свои родные. В свои родные пенаты. Да. Юра здесь в детстве жил. Да, так. Вот это вот дом бабушкин? Да. Старенький такой, старенький, да? Ну да. К нему там, даже не подойдешь, ты, да. Слушай. Ну вот там на первом этаже. Вот эти окна? Ну, внизу, которые, да. А так ты спустишься и не видно будет. Да. Ну да, бабушка, конечно, здесь не живет. Где? А, вот этот вот первый гараж был ваш? А, прикольно. Ну да. Смотри, ковер здесь лежит. И там тоже ковер. Интересно, конечно. Он весь за забором, видишь, дом. Ну нельзя, Юра, там чужие люди живут. Прыгать через забор не будем. Да, вот так видно. Слушай, а здесь что-нибудь выращивали? Да, да? Огород был? Яблоки, да. Ага. Палисадник. Палисадник, да. Помидоры, что-то еще было. Так удивительно, да, что вот такие домишки стоят, при том, что вот там через дорогу буквально вот такие огромные дома стоят. И через речку стоят вот эти мегатауэрс. Вообще, да? Такой контраст. Бабушка, наверное, знает. Да, для бабушки снимаем. Вот мегатауэрсы эти. Да. Слушай, а эти тополи вот эти, а так и остались. Вон там деревья выросли прям, вымахали. Ага. С той стороны. А с этой стороны я лазил на них вот до самого верха. Они тополи. Такие же и высотой еще, остались? Да, да. Ну, что-то да. Новые уже выросли. Может быть, и новые выросли. Ты не узнаешь изгибы там, деревьев? Это тоже наш гараж был. Ничего себе вы, олигархи. Два гаража у вас было? Да. Ну, какие вы деловые. Да. А там вообще что, Адиска? Там садик? Ну, красиво же. Молодцы. Облагородили. Здесь, смотри, тоже у них цветы растут. Палисадники. Да, молодцы. Кошки, да. Мы уже отвыкли, да, от бездомных кошек. Ну, может быть, они не бездомные, может, они вот здесь вот местные. А мы там не пройдем, да? Почему? Да, посмотрим.
А, да, тупик. Ой, малыш, рыженький. Вон тут еще один рыжий был. А, наверное, мамаша. А вот еще, смотри, рыжик сидит. А, точно, мамаша. Ты куда побежал? А там мы не сможем пройти? Там, нет, мы же хотели вверх пройти. Ну да, ну просто там где-то выход же, наверное, есть. Я говорю, самый короткий. А, ну ладно, пойдем обратно. Ой, смотри, какое красивое растение. Пушистенькое. Это петунии, кажется, вот эти вот цветочки желтые. Какой-то огромный спа-центр. Там и теннис, и фитнес. Мы уже почти дошли до Аль-Фараби. Вон там, наверное, уже Аль-Фараби, да, Юра? Мы дошли, вот Аль-Фараби, улица. А под ней сделали, видите, какую подсветку? И вот здесь вот эти каскады раздваиваются. А, вот плотучие ивы. Да. Красота какая, ребята! Очень шумно, наверное, вам ничего не слышно. Слушай, тут прям парк сделали, смотри. Как классно! Сейчас мы прогуляемся. Ой, как здорово! Тут было очень грязно, как бы, под этим мостом. Ну, представляешь, как под мостом. Да, да, да. Потекший там и так далее. Ну, когда мы были. А смотрите, как красиво подсвечивается водичка. Вот здесь вот тротуарчики, под эти подсветочки, фонарики, везде все. Чистенько, да? Да, вон там где-то должен быть мост, чтобы туда зайти. Да. Вроде а вот, видишь? Смотри, ступеньки там, сидушки. О, как амфитеатр, да. Да. Ой, кукурузу да. Можно купить тут, походу. Да? Горячая кукуруза. Да, горячую кукурузу можно купить, Юрий. Вон там вот. Ой, посмотри, как красиво, какой потолок. Да. Классно, да? Здорово, здорово, здорово. Смотри, туда дальше тоже сделали какие беседки. Да. А, вон там батуты стоят. Да. Во, пойдем сюда, на этот островок. Красота какая. Так классно, что вода красиво подсвечивается, да? Красиво. Мороженое. Качели, смотрите, есть тут. Классно, да? Это все под мостом, ребята. Облагородили место под мостом. Шикарно. Да, молодцы. Прям город приводят в порядок. Очень это активно. Красота. Люди гуляют. Поэтому столько народу гуляет вечерами. Потому что есть где гулять. Супер! Вообще молодцы алматинцы! Респект вам! Их раздробили, похоже, эти валуны, и вот положили так красиво. Мне так нравится, как вода подсвечивается, вообще шикарно. Юра, он с бабушкой разговаривает, показывает ей, да, как изменилась Алмата в ее отсутствие. Да, она здесь жила. Да. Да. Супер вообще! Вот здесь вот эти две ивы плакучие. Мостик такой. Ой, как здорово! Класс! Ой, оно еще, кажется, меняет цвет. Ничего себе! Я только сейчас заметила. Мы ушли с этого островка. Смотри, оно меняет цвет. Мы решили пойти посмотреть, там батуты есть. Думаем, детей как-нибудь сюда батутами заманить. Да, много людей гуляют. Много людей гуляют. Смотри, какие прикольные лампочки. Они заряжаются, наверное. Да, наверное, заряжаются. Смотрите, какой огромный тут, оказывается, батут. Здорово. Мост такой интересный, да. Вот здесь он ровный, а вот здесь какой-то треугольный, угловатый. Зигзагом. Зигзагом, да. Мы решили вернуться домой по той стороне.
Ой, она не прыгнет в воду. Это собачка. Скамеечки тут. Да, беседочка. Вот видишь, беседочка. А здесь были такие бойницы. Они тут были стенки. То есть это был такой полукругом какое-то здание. Их несколько. Ну посмотри, какая прелесть сейчас. Поэтому, конечно, тут молодежь гуляет тоже. Тиктоки снимают. Мамочки с детьми тоже гуляют. Вот здесь только, мне кажется, немножко не хватает это. Света. Освещение, да. А так все хорошо. Снова, он там ближе, а там тоже освещения нету. Смотрите, какое красивое небо. Мы уже вернулись почти до дома. Кусочек неба. Кусочек неба вам. Напоследок, да? Напоследок сегодняшнего дня. Хорошо, да, прогулялись. Шикарно. Конечно, вот вечером здесь супер гулять. Прохладненько. Сейчас уже сколько времени-то? Уже 10:30. Самое гулятельное время. Юра решил какой-то квас купить. Смотри, а это что такое? Ой, это что, вино так-то разлив, что ли? Ничего себе. Вот это причем, дра. Причем, смотри, компотик. Вот, 10, ну как, 10? Вино обычно белое. А, ну это 13. Это итальянское. Вот полусладкое, если хочешь. Да, да, да. Почти. У нас почти такого нет, да. Все итальянское, по-моему, да? Что, ты купил квас? Да. Какой квас-то купил? Да, там один был такой ядреный. Ядреный? Да, ну, мы сказали, он сладковатый, конечно. Я хотел не сладкий, но там хлебного не было. Мы вообще зашли сюда за молоком, но квас. Молока нету. Купили зато квас, купили мороженое. Купили мороженое, вот это простоквашино, которое с крем-брюле, да? Или, на топленом молоке. Ну, и еще пломбир. Купили куликовский пломбир шоколадный. Подожди, нам надо зайти в магазин купить молока. Да. В какой-нибудь. Вон еще супермаркет. Типа супермаркет. Магазинчиков тут много маленьких.